Волейболисты-нефтяника на площадке Олимпийского сражались с Пермским Прикамьем. Матчи этих соперников никогда не проходят просто. Вот и в этот раз получилась упорнейшая борьба. Хозяева уступили первую партию, но затем выиграли три подряд и одержали просто необходимую победу 3-1, после которой нефтяник расположился на 10-й строчке таблицы. Оренбургская «Надежда» в рамках Евролиги принимала одного из лидеров европейского баскетбола – испанскую «Авениду». Добившись комфортного преимущества после первой четверти, хозяйки в начале второй умудрились его растерять, но сумели взять себя в руки и выправить ситуацию. В итоге уверенная победа нашего клуба 66-50. Подробнее об этих матчах в наших последующих выпусках.